Привіт, я Юрій Кохно, це «Реальне життя». Сьогодні у нашій студії депутат Одеської обласної ради Олександр Орлов. З ним ми обговорили перші кроки стосовно урегулювання конфлікту між Україною і Росією і коли полонені хлопці двох держав повернуться додому. На самому початку передачі питання стосовно схожісті Лукашенко і Зеленського. Зеленський – новий Лукашенко. Деякі вже порівнюють нашого президента з президентом Білорусі. Як ви вважаєте? Ви знаєте, от можна відноситися по-разному к фігурі Лукашенка. Да, президент країни, в якій при всіх там плюсах, мінусах, знакова фігура, яка вже не один рік в великій політиці і є, будемо так говорити, знаходиться між такими большими державами, объединениями, как Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки и Россия. И все эти годы он очень удачно лавировал между сильными мира сего и построил своеобразную, но экономику страны, где нет потрясений, где нет каких-то вот шараханий, как у нас, к сожалению, в нашей стране. Поэтому его поведение, ну, сравнивать с Лукашенко, я думаю, не стоит, потому что этот человек... Он, наверное, заслужил вот свой имидж пока что и своими поступками. Не зря же его, будем так говорить, шутливое прозвище «батька». Так. Да? Поэтому, а вот от отца можно стерпеть и внушение, и даже ремня, и так далее. Это надо отношение заслужить. Поэтому я не думаю. Копировать Лукашенко, ну, может быть, но это, знаете, копия всегда хуже оригинала. Так. Это преждевременно, я думаю, такое сравнение. Нещодавно Зеленський сказав, що хоче люструвати Порошенко та усіх чиновників, які були при власті з 2014 по 2018 рік. 18-й. Знаете, я к этому отношусь неоднозначно. Может быть, в чем-то он, президент, и прав, потому что очень большая масса, особенно топовые чиновники, понимаете, которые там возглавляли правительство, министерство и так далее, которые действительно, будем так говорить, уронили Украину на одни из последних мест по экономике, по уровню жизни и так далее. Но я сам люстрированный. То есть это уже у нас люстрация набирает обороты каждые 5 лет, понимаете, происходит такая борьба с предыдущими властями и так далее. Поэтому я к этому отношусь не то, что это моя судьба, в жизни есть гораздо более интересные вещи, чем госслужба, но... Знаете, масса людей, которые добросовестно, несмотря на какие-то идеологические мотивы, исполняли свои обязанности. Вот глава райадминистрации, понимаете, это такая вот неполитическая должность, но тем не менее, вот эта категория попала под люстрацию тоже. Я скажу, что... втягнуть, да? Да, конечно. Поэтому я считаю, что это не совсем может быть правильно. Надо не то, что люстрировать, а вот если чиновник действительно запятнал себя какими-то проступками, какими-то вот делами, которые привели к ухудшению ситуации и так далее, он должен быть конкретный человек уволен. Мазать всех одной краской, ну, наверное, это неправильно. Хотя, звільняти чи саджати у в'язницю? Понимаете, опять же, сажать, вот если, я вот сейчас вот очень, знаете, есть такое понятие, я тебя посажу, да, вот когда, ну, это неправильно, это некрасиво, что значит, есть суд, это все-таки у нас четвертая, как бы к ней не относились, власть, независимая и так далее, то есть, человек, если виноват, он должен ответить. Есть определенная процедура. Есть законы. Да, есть закон. Мы же как говорим, что закон превыше всего. Вот исполняйте закон. Если в чем-то человек провинился, докажите его вину, отстраните от власти, не давайте там занимать должность в течение определенного количества лет. Но это должно быть... на конкретных лиц, которые действительно допустили или правонарушение, или преступление, или должностную халатность. Вот мазать опять же всех одной
краской я бы не стал. Но я понимаю людей, которые за 5 лет так довели, что они на ура воспринимают эту инициативу, потому что это вот урок тем ребятам, которые сейчас в одной из партий, которую возглавляет Порошенко, пытаются пройти в парламент и еще раз что-то украинцам рассказать. Вот так уже достали, что если бы сейчас, не дай бог, конечно, президент новый призвал линчевать их, то это бы было воспринято на ура. Это плохо, но это надо заслужить, в кавычках, отношение народа к себе. У партії Європейської солідарності взагалі є якісь шанси потрапити у Верховну Раду? Як ви вважаєте? Ну, я не знаю, може і є, звісно. Тільки навіть якщо вони пройдуть в Верховну Раду, що вони там будуть робити? Відстоювати те, що вони 5 років уничтожали країну? Ну, навіть якщо попадуть, перспективи, ну, я не бачу ніякої в цій партії. Опоблок вніс до Верховної Ради проект скасування мовного закону. Я считаю, что это правильно, это позиция нашей партии была. Почему? Потому что когда больше 50% населения разговаривает на русском языке, а не просто разговаривает, а думает на нем, и выделять его, так сказать, в какую-то, знаете, нишу, не то что нацменьшинств, даже это вот звучит как-то непонятно, а вообще подвергать обструкции за разговоры на русском языке. Ну, давайте, если мы уже такие, как бы, ценители чистоты украинского языка, почему в законе не прописать, что если кто-то обратится к вам на английском, его тоже штрафовать, а не на украинском. Так. Понимаете, да? Звучит вроде бы, будем так говорить, смешно, с одной стороны, но это очень... Не то, что смешно, это страшно. Мы уже видели пример Прибалтики, когда запрещали русский язык, вводили инспекции языковой. Сейчас прибалты находятся вот из-за того, что, ну, знаете, литовский язык и латышский не являются большими, значит, такими носителями группы и востребованность, как бы я ни относился хорошо к эстонцам, латышам и литовцам, но тем не менее. К чему это привело? Это получение образования только на одном языке, который есть ограниченный, привело к массовому выезду молодежи за рубеж. И сейчас прибалтийские республики обезлюднены практически. Мы вот это не учитываем. Ну, краще ж знати дві мови: російську, да, конечно, набагато, да, хоть більше 5, російську, да, українську, конечно, англійську. Нет, ну, вот, понимаете, я учил в школе, вот Советский Союз сейчас очень модно ругать, я родился, вырос в Одессе, закончил 38-ю школу. Я когда учился при страшном Советском Союзе, который якобы уничтожал украинский язык, я, часы русского языка и литературы, украинского языка и литературы были одинаковые. У меня в библиотеке до сих пор книги как на русском, так и на украинском языке, там, русских, украинских классиков, понимаете? Это надуманная такая вот теория, и, ну, в Швейцарии же ничего не... 4 языка государственных, 5-й региональный. В Финляндии, хотя 8% шведов, 2-й государственный язык шведский. Разделяет людей не язык, разделяет политики, которые пытаются в какой-то мере людей делить по какому-то признаку. А навіщо їм це робити? Ось навіщо їм ось так розділяти людей? Ну, понимаете, в чем дело? Когда, знаете, создать у людей, которые говорят по-русски, чувство вины, что вы живете не в своей стране. Понимаете, в чем дело? Я вот даже практически одни вот мои тоже знакомые есть, с которыми я разговариваю. Знаете, вот надо действительно вот как-то приспособиться. То есть они вызывают у людей, которые прожили на этой земле всю жизнь, предки их жили, вызвать такое чувство, как людей второго сорта, как будто бы ты пришел к кому-то в гости и занял какую-то часть квартиры, понимаете, да? Вот создание у людей, большой группы людей, такого понятия, что вы здесь не свои, раз вы говорите на другом языке, вот это такого дискомфорта, вот это, я считаю, об этом никто не объявляет, но это самая главная задача была политиков, разъединить людей, а когда люди разъединены, им легче управлять. Деякі кажуть, що російська йде, мов, з Росії. І це дуже вигідно для, ну, влади Путіна, щоб
Понимаете, в чем дело? Если сильны государственные институты, то никакой Путин и российская идея или еще что-то, она как бы, ну, не может, вот, не найдет почву в современном обществе, если оно здорово. Ну, американская идея. Вот мы смотрим фильмы голливудские, да, у нас заполонили кинотеатры и так далее. Это плохо или хорошо? Или американская идея, это хорошо или плохо? Понимаете, да? То есть, почему одна идея плохая, другая хорошая? То есть, человек должен воспринять с различных культур хорошее и отринуть плохое. Ну, это достигается воспитанием здоровой нации, а не, знаете, запрещением. Тем более сейчас век интернета, глобальной информатизации, вот это попытки, они глупые, и они приводят только к обратному ефекту. У мене буде ще одне питання. Перший заступник президента України сказав, що є наміри домовлятися з Росією. Але перший крок, який треба зробити, вони не знають. Ну, я, честно говоря, когда прочитал это интервью, к сожалению, и там еще есть, говорит, вы знаете, что президентами не становятся, а человек приходит с другой сферы и учится и так далее. Если вы на себя взвалили такую вот тягость, бремя власти, вы уже должны знать, что вы делаете. Поэтому это звучит страшно. Вот, на мой взгляд, не то, что смешно, а страшно, когда люди, пришедшие во власть, не знают, что делать. А в принципе, должна быть уже программа. Ну, вот мы сейчас, понимаете, видим, вот, когда избирался новый президент, у нас же идея была в обществе какая? Главное, чтобы не было Порошенко. И вот на этой волне, без четкой программы, и новый избранный президент прошел. И сейчас очень трудно отойти вот от этих стереотипов, когда мы ни о чем не говорим, никому ничего не обещаем, а сейчас уже надо делать, то есть меняется. Вот если это быстро не произойдет, ну, нашу страну ждут потрясения. Прийшов відгук з Росії. Пісков сказав, що треба здати Вишинського. Це могла б бути перший крок. Та ви знаєте, я вот считаю, що когда вот, если вы хотите договориться, и у вас нет, будем так говорить, доверия к партнеру по переговорам, значит, ви должны сделать свой первый шаг. И если этот партнер в ответ не сделал, тогда уже принимать. Вот я бы сейчас, знаете, когда была такая тема модная, мир без аннексии и контрибуции, да, вот большевики ее выставили, мы никому ничего не должны, и нам никто не должен. Понимаете, да? Так же это. Вот сделайте шаг доброй воли все. Вот как только мы освободим каких-то людей, которых считают там в России, в Европе или где-то там незаконно удерживаемые и так далее, пойдет обратно, уже деваться будет некогда той стороне, которая, ну, будем так говорить, значит, вынуждена будет пойти на эти шаги. Вы помните дело Савченко? Как мы, вся страна и Порошенко, так. Да, как только она появилась здесь, она оказалась никому не нужна. И вот я боюсь, что эти ребята, которые находятся в России, моряки, которые стали заложниками. 24, так, продлив, да, суд им. Да, ну, я бы, наверное, перед, ну, это мое мнение, я бы сам бы сделал какой-то жест, и тогда бы та сторона вынуждена была бы их отпустить. И если вы думаете, действительно думаете о судьбе этих людей, вы должны пойти на все, чтобы они были дома. Я хочу напомнить такой пример, государство Израиль, да? Был такой очень интересный, когда на блокпосту захватили двух военнослужащих израильской армии. Причем неоднозначно захватили. Они не открыли огонь, они, ну, по сути, сдались. И по закону военного времени их можно было оставить там, они не выполнили своих функциональных обязанностей. Но Израиль по требованию Палестины, вот этих Хамас движения, которые они удерживали, выпустила 1500 бойцов Хезболлы и Хамаза, которые являлись активными, были взяты с оружием, осуждены израильским судом или ждали суда. 1500 на двух человек. Вот это забота о своих людях. А когда, не, вы сначала это сделаете, мы сначала то, значит, вам наплевать на судьбу этих ребят, к сожалению. Але вони ж могли не потрапити.
Они, понимаете, в чем дело? Я так думаю, что Порошенко готовил им мучить, что россияне откроют огонь, они погибнут, и вот на их смерти начать пиар-кампанию и сорвать вообще выборы. То есть, это план четко прослеживался. Військове положение. Конечно, да, да. Но он же уже пытался ввести это. И тут это такая провокация. Послали их для чего. Хотя до этого через Керченский пролив проходили и конвои в Мариуполе и так далее. Они же проходили свободно. И я считаю, что это вина чисто президента Порошенко, который послал ребят на убой. Слава богу, этого не случилось, они живы, и я надеюсь, скоро вернутся к нам домой сюда. А чому саме Вишинського попросили? Пісков каже, Вишинського треба випустити. Ну, журналіст. Ви знаєте, журналіст, ні, так інтересно, я так розумію, чому іменно Вишинський, тому що йому пред'явлено тяжелейше обвинення, це госизмена. Так. А я считаю, ну, журналиста трудно, ведь пресса, ну, вы сами, сам журналист, и вы должны критиковать власть и высвечивать, понимаете, да? И именно вот за свои журналистские там расследования он поплатился, это самая страшная статья, которая может быть, госизмена. Фактически, на моей памяти, последний раз журналиста повесили, это Рихард Зорге. Он же по профессии был журналистом. Я понял. То есть, ни в одной стране за весь период, может быть, я и ошибаюсь, но ни одному из журналистов вот послевоенного, после 45-го года, Второй мировой войны, не было предъявлено такие тяжелые обвинения. Понимаете, журналисты гибли, им там выдвигались различные какие-то обвинения, там, нарушение паспортного контроля и так далее, но ни одному из них не предъявляли такую тяжелую статью. Поэтому это прецедент, это зажим свободы слова у нас в стране. И вот поэтому я думаю, что так и в том числе и мировое сообщество отреагировало на это. Якщо вже торкнулися теми полонених, то Олег Сенцов є такий ще. Олег Сенцов, він ще досі сидить у російській. Ну, Вишин, я так понимаю, понимаете, вот наша власть, она ж така, вона як вот заложників бере. Не отпускайте Сенцова, ми арестуємо Вишинського. І давайте говорить. Ну, знаєте, це вот. Это на кухне так, когда из холодильника друг у друга там крадут или подкладывают что-то. Вот мы так действуем, понимаете, да? Я думаю бы давно, если бы мы думали о людях, действительно думали о том, чтобы их вернуть сюда, то и Сенцов был бы здесь у нас, уже дома. И Вишинского там отпустили бы и занимался своей деятельностью. И моряки были здесь. А у нас из этих ребят, которые сидят по тюрьмам то там, то здесь, просто сделали, будем так говорить, предмет торга, предмет каких-то политических спекуляций. Потому что ну, для меня вот не представляет какой-то там страшной вещи, значит, обменять там всех на всех и закрыть этот вопрос, да? И все говорят, и вроде бы все согласны, да? Но почему-то этого не происходит. Значит, кому-то это выгодно. Олександр, я дякую вам за цю цікаву розмову. Нашим глядачам я нагадаю, що це було реальне життя. До зустрічі у наступних ефірах.